Брестский грибной канал в девятый раз принимает республиканские юношеские старты в программе открытого первенства Брестской области по гребле на байдарках и каноэ на призы почетного гражданина города Бреста, олимпийского чемпиона Сергея Макаренко. Наш земляк, завоевавший первую золотую олимпийскую медаль в истории Беларуси, всегда в числе почетных гостей. Сейчас гребля номер один в нашем футболе. У нас 14 олимпийских чемпионов. Ни в одном виде спорта столько олимпийских чемпионов нет. Медалей больше есть, а количества людей нет. Мы гордимся этим. И я горжусь, приезжая с удовольствием в Брест на соревнования, которые проводятся здесь, на любые соревнования, в том числе турнир, который моё имя. Вот я с удовольствием приехал и сегодня. Порядка 200 юношей и девушек из Брестской и Гродненской областей, а также юные гребцы из Украины соревнуются на трех дистанциях – 200, 500 и 1000 метров. Помимо насыщенной соревновательной программы, для участников турнира подготовлены экскурсионно-развлекательные мероприятия, в числе которых встреча с олимпийским чемпионом Сергеем Макаренко. О результатах выступлений и ярких моментах общения легенды белорусского спорта с молодыми спортсменами мы расскажем в субботу в итоговом выпуске «Букинформ».